Было такое время, когда я обращался к своим пенсионерам с одним вопросом. Уважаемые господа, мои любимые пенсионеры, а что же будет с вашими деньгами? Они сказали, что да мы потратим денежки в банк. То есть банк нам гарантирует 10%. Хотя я сказал, что я готов был бы у вас взять деньги и дать вам больше, потому что я работал. Но не получилось. Вот. Что мне пришлось потерять? Мне пришлось потерять 3 автомобиля. Хотя, честно говоря, я как любитель автомобилей скажу, что это неправильное решение. Но пришлось. Естественно, я их потерял с выгоды, но опять же, как-то так. И вот тут возник вопрос. То есть люди отнесли деньги в банк, да? Я говорю, хорошо, отдали, шут с вами. А потом хозяин монетного двора, он тут рядышком располагается, взял да дочку Владимира Владимировича Путина и сбил. Битами, естественно. Естественно, после этого и не только у него забрали лицензии. И вот супруга моя, которая тоже так имела проблемки с этим банком, я же сказал, не плати денежки, она сказала, заплачу. Ну да ладно, то есть хлоп, банк кончился. А дядя мой, который положил деньги туда, сказал, а как деньги-то вернуть? Потому что банка-то нету, что делать там? Вот. И только после этого все кредитные организации обязали такую штуку иметь, как 700 тысяч рублей. И вот обладатель гранта администрации города Магнитогорска, он, кстати, вот теперь он вам позволяет получать на ваших счетах, господа пенсионеры, от 23 до 26% годовых. Представляете, да? Как это все делается? Ну, естественно, это кредитная организация, она берет ваши деньги и дает их в портфель людям, которым деньги-то нужны. Но вы представляете, или 10%, или 23-26% годовых. Представляете, да? Сумма-то какая? А где же место-то находится это? Труда 21, вот сюда заходите. Грант, кредитный потребительский кооператив. И здесь Гранд Капитал Кредит вам помогает, господа пенсионеры, заработать необходимые деньги. Это же ведь как получается? Крутой бывший перец. Конечно, не дочь Владимира Владимировича хлопнула, а товарищи ее. Да еще и битами, да еще и в присутствии дебилоидных имбецилов-охранников. И нету банка. И суд ему, и это 10 лет, и выйдет он на свободу-то ни с чем. А там еще 5 банков сразу лицензии и лишились. И это наши банки. Кстати, внимательно прочитайте газеты, если они есть. Сколько банков покинуло наши регионы? Нормально, да? А кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит, вот, например, только развивается. И открывает свои представительства в реальных городах. В Челябинске, Верхней Пышме, Нефтегорске и Первоуральске. Кстати, не каждый, да и практически ни один банк не занимается благотворительностью. Ну, мы, конечно же, хотим сказать большое спасибо за эту акцию, которая была проведена для наших ребятишек, так как наши ребятишки все-таки очень редко выходят в микросоциум. Мы стараемся, конечно же, для своих ребятишек вывести их туда-сюда, но в основном это всегда, конечно же, платное. Все платное, а наше учреждение, оно не имеет таких финансовых возможностей, чтобы ребятишкам подарить такую радость, вывести, допустим, ребятишек или в цирк, или в театр, или, как вот нам очень повезло, конечно, побывать в дельфинарии. В цирк спасибо большое. Большое, конечно, нас водят. Тоже у нас есть свои волонтеры, которые нам предоставляют билеты. А вот общение с дельфинами, конечно же, такого у наших ребятишек никогда не было. Когда мы туда сходили, это такой был восторг у наших деток. Неповторимый, неописуемый, то есть глазки горели. Ребятишки очень долго об этом рассказывали всем гостям, которые к нам приходили. И, конечно, бы хотелось бы, чтобы таких людей было как можно больше в городе, чтобы не забывали и про нас, про маленьких ребятишек, у которых, к сожалению, на данный момент нету ни мамы, ни папы. Деньги тратятся на то, чтобы облегчить жизнь инвалидам по зрению. Сегодня в мире существует, и в России у нас, слава Богу, существует много технических возможностей, вот технических средств реабилитации, которые облегчают жизнь незрячим в быту, на работе. Вот и с помощью таких вот технических средств незрячие могут самостоятельно измерить себе артериальное давление,
измерить наличие сахара в крови, измерить температуру, ну и просто работать даже на компьютере. В нашем городе данная организация появилась недавно, но мы благодарны руководству тем, что уже не первый раз они оказывают нам помощь. Помощь эта направлена на приобретение современной электронной тифлотехники. А теперь понять-то вы должны, почему кредитный потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит» тратит деньги на горожан. Да потому что есть нормальные люди, которые не хотят мариноваться в банках, которым нужны деньги. И вот отсюда и благотворительность, и высокий процент по вкладам. Смотрите, пенсионеры, они же такие странные люди. Вот им сказали там 10%, да, в банке. А захотелось бы больше, а захотелось бы поднять еще сильнее за... Получается, получить прибыль в 100% всего за 4 года, вы позволяете это делать? Ну, естественно, как бы мы выдаем, берем, принимаем личные сбережения под более высокий процент, чем банк, от 23%. Но на чем же вы зарабатываете деньги? Я, конечно, понимаю, что можно взять, но у вас же есть еще такой пакет документов, которые необходимы для бизнесменов, которые хотят взять деньги, а банки-то им не дают. Мы выдаем займы юридическим лицам, стандартный полный документ, то есть, как и для физических лиц, это все справки 2 НДФЛ, копия трудовой книжки, а также документы, подтверждающие их доход. То есть, если это упрощенная система налогообложения, значит, это декларация о доходах, книга доходов и расходов, баланс для общей системы налогообложения. Ну, пожалуй, это все. При этом у нас все наши клиенты проверяются службой безопасности. То есть, если есть какая-то задолженность, просрочка, то есть все это видно, все это фиксируется. И выдается кредитный портфель еще и под залог имущества и движимых средств. То есть, если есть на время вещи пока еще не нужные, то сюда. А если пенсионер пришел, он еще и может подарок получить, так я понимаю? Да, у нас сейчас проходит акция, каждому новому вкладчику у нас дарится подарок. Это коробка конфет, шампанское, а также бытовая техника, ну, в общем, ценные подарки. Ну вот скажите, вы еще не совсем так давно работаете, 3 года, вот, а есть люди, которые уже заработали вместе с вами свои первые 75% годовых? Да, у нас сейчас достаточно вырос процент вкладчиков, которые как бы пользуются нашими услугами. Вот, по сравнению с днем открытия у нас сейчас все хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, вы наверняка являетесь тем человеком, который заработал вместе с потребительским кооперативом свои первые 75%? Да, точно. Правильно. 75% вы были первым? Да, да, да. Я первый. Именно при открытии, как только открыли этот кооператив, я был первым, так сказать, его членом. А насколько это удобно? Вот смотрите, сюда приходят люди, пенсионеры в том числе, и каждому из пенсионеров сразу же какой-то подарок дарят? Да, да. Ну, естественно, и когда я пришел, тоже мне подарок подарили. И, собственно, сейчас вот транслируют по ТВИНу эти кадры. Вот. Ну и я со своей стороны как бы приглашаю своих пенсионеров вступить в этот кооператив. То есть проблем вообще никаких нет? Абсолютно, абсолютно никаких. Только положительная сторона. И подчас начинаешь задумываться о пенсии. И точно голову включать, куда положить деньги-то. Да потому что, походу, только на пенсии сейчас и жить-то можно. Да, пенсия наша, честно, никакая. И нам точно от государства ни 1000 евро, ни 4, ни 5000 ждать-то не приходится. Но, блин, пасхальный, ну не каждый год, но хоть раз в 4 пенсионер там может отдыхать-то и на свои. При этом, понимая, куда деньги положить-то он может. И кредитный потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит» – это то, что нужно. Он хоть и располагается в Орджоникидзевском районе на Труда 21, но приехать сюда надо. И пока ваш перчик отматывает танцы, быстро заключить правильный вклад. И вот, наконец, такое случилось. Я все-таки
рад за наших пенсионеров, потому что наконец-таки пенсионер, владеющий 15 тысячами рублями, может быть даже 10 тысяч рублей пенсии, живущий примерно так же, как я. То есть я экономлю на всем, потому что есть ребенок, и я вот ради него, это, естественно, другое все, это в свое время куплено, но еще и не изношено, поэтому столько много у меня хороших вещей. Вот. А все остальное, конечно, для ребенка. Естественно, каждый пенсионер также думает о своих детях и правильно делает, потому что все-таки необходимо рано или поздно дать возможность людям денежки заработать или подарить на свадьбу, или что-то там сделать. Но вот только как это все делать? Если вы принесете деньги в банк, 10%. 10% за 10 лет, да, 100% вам выдаст. Но здесь-то побыстрее. Здесь получается, что если вы отдадите денежки, то 26% годовых. Представляете, да? Через 5 лет, даже через 4 года у вас 100%. Я так понимаю, что разница 4 года и 10 лет – это две большие вещи. И куда, естественно, приходим? Сюда, на улицу Труда, 21. Вот здесь Grand Capital Credit. Подумайте о том, как вам правильно тратить деньги. Точнее, не тратить деньги, а заработать деньги, при этом ничего не делая.